привет, ребята, добрый день. Едем, едем, едем. Сегодня какой день пребывания у нас в Ялте? Сегодня, даже не знаю, наверное, пятый. Сегодня, наверное, пятый день. В общем-то, решили выбраться с Ялты. Такое нам посоветовали местечко. Партенит. Партенит, парк Айвазовского. Говорят, очень там круто. Там скульптуры разные, фонтанчики, водопадики. Ну, не знаю, там может быть все это будет, да? Пляж. Пляж обалденный должен быть. Считается райское место. Ну, да. Парадис парк. Короче, проехать это вот, вот проехать это надо вот сюда вот, от Ялты. Ну, это где-то 25 километров. Никита, Гурзуф, будем проезжать, Гурзуф и Партенит. Короче, там обалденные места. Короче, это мыс Аюдак. Там, по-моему, также гора Медведь, по-моему, находится. Местные рекомендуют туда съездить обязательно. Посмотрим. Все, что в жизни есть у меня, это все есть у меня. Это поселок Гурзуф. Ресторан. Нам надо добраться до следующего поселочка. Это будет поселок называться Партенит. Река Вунда. Вот такие просторы открываются. Добрый знаменитый Артек проезжаем. Попасть у нас лучшие и лучшие из лучших, да, там, одноклассники, всякие пятерочники там. Пионеры, комсомольцы, да. Спортсмены. Ну вот, Партенит мы подъехали, заезжаем еще до набережной 4 километра. А парк Айвазовского не подскажете где? А, уже приехали, все, спасибо. Ну вот, в общем-то, там, в принципе, осталось немножко, грамм 100-200. Пойдем сейчас до парка Айвазовского дойдем. Посмотрим, что да как. Грандиозный парк, говорят. Парк красивый? Ну, если с патриаршовым будет. А, ну там растительность, да, какая-то экзотическая. Цветы. Цветы там, да? Да, цветы. Деревья. А выход к морю там тоже есть? Выход есть. Есть, отлично. Искупаться мы тоже хотели бы. Не, мне это. Что ты? Ты плавки не взялся? Да, я. А, давай, давай. Первые признаки ходьбы, уже стал появляться мозоль на ногах. Мы проходим, наверное, километров по 10 в день, да, Андрюх? Короче, нормально гуляем так. Сюда уже, это санаторий какой-то написан, Айвазовская. Короче, приехали, здесь на работу, народу толпа целая, короче, не так-то просто туда попасть. Слушай, а билеты здесь, походу. Пойдем в тенечке постоим, там экскурсия какая-то, пусть они пройдут. Короче, вход не алкогольный, не трезвом состоянии запрещен. 300 рублей, да? Да. 300 рублей. Табо. Ну, Айвазовский, по-моему, да, стоит? Память. А вот, пойдем посмотрим здесь карту. Сад Айвазовского. В 50-х годах 20-го столетия продолжает свое развитие в основу образного строя парка взяты мифы, легенды, исторические факты, связанные с Партенитской долиной, греческой культурой, таврийские дольмены, средневековые генуэзские укрепления, фрагменты восточных садов, парусековые, короче, очень много всякой растений. Давай пойдем, с чего начнем? Короче, пойдем вниз пока. Вот такие цветочки здесь тоже есть. Красиво. А там что-то рассказывают даже, да? О, здесь, походу, поверье тоже какое-то есть. Надо потрогать за эту ногу. Тише лесенка здесь. Спускаемся вниз. С ужасом только помню об этом. Не вспоминаем. Дело в том, что... Ну, потом об этом расскажу. Она очень несложная. По ту сторону... Тура «Молодая пара». Называется композиция.
источник жизни. Только водички не хватает. Не работает что-то. Себя потерять не получается. Очереди кругом. Ну, можно на обратном пути. Все так, парк вообще красивый, да? Радует. Есть на что посмотреть. Ты поверишь, что надо шептать на ушко вот эта ракушка. Такой типа античный телефон у него такой в руках держит. Лев. Символ мужества власти. Здесь у нас на лесенке стихи Александра Сергеевича Пушкина. Лежит море уже. Надо будет скоро искупаться. Посмотрим, где-то там. Ну, вот такие вот красоты здесь открываются. Цветочки. Не хочешь? Чем пахнет? Приятненько. Угу. Вот такая ступеньки идут такие к морю. А вот здесь вот по бокам должен быть водопадик, такой каскад водопадов. И так вот он идет, идет, идет. И вот туда приходит все это дело. Но, к сожалению, почему-то каскад водопадов не работает. Так красиво. Ну, видок. Тут, короче, типа золотые лошади какие-то стоят у нас. А мы пойдем к морю. Запарились, жара невыносимая. 35 градусов. Красиво, в общем-то, растительность такая, все аккуратненько пострижено. Сейчас спускаемся вниз. К морю. Ну, подошли вот такое лавровое деревце здесь. Лаврушки пахнут. Действительно лаврушка. Прикольно. Очень много всяких тут. Зверюшка, там памятник, типа олень там или кто это, косуля. Спускаемся вниз, вниз к морю. Типа рисы. С стороны какой-то санаторий, походу, находится. Как прям прикольно, там на окна выходит на море, прям с другой стороны. Вот идем к этой беседке. Сейчас пофотографируемся немножечко. Парисы. Ну, конечно, растительности здесь очень много. Разнообразной. Чего как вид. Какой-то бассейн есть. Пальмочки. Ну, это санаторий этого, походу. Территория санатория. Так, а нам надо попасть на море. Кактусы какие-то тоже. Кругом кактусы, куда ни глянь. Прям Мексика какая-то. Агава, растения.
Может, мы пойдем в туалет сходим? Так, еще немножко осталось. До моря. О, водичка-то, вот она, близко совсем. 50 метров осталось. Совсем рядышком. Это что у нас такое? Жарковато сейчас сидеть здесь. Очень жарко. Вот такие пляжи. Моторные пляжи. Здесь сюда только строго по пропуску пройти невозможно так. Поэтому идем дальше. Там 5-6 пляж, сказали, вроде как можно. Вот фонтан, вот здесь это дельфины какие-то, памятник дельфинам. Красиво. И на порту нету очень даже неплохо, неплохо. Меня радует. И набережная такая вполне цивилизованная. Растительность такая экзотическая. Вот, яхта. Агава, растения, пальмочки, но это, судя по всему, маяк у нас здесь. Вечером, наверное, светит, указывая путь кораблям. Спокойный отдых, наверное, для семейной пары вообще просто благодать. Семьей приехать сюда. О, здесь у нас Нептун. Такой памятничек. Короче, проход к пляжу 5-6 туда. Здесь, походу, пляж обыкновенный для всех. Можно купаться спокойно. Заходим в воду, в общем-то. Сейчас попробуем водичку. Вода чистейшая просто. Просто прикольно. Сейчас немножечко поплаваем с маской. Продолжение следует...
А как тебя зовут? Меня Оксана зовут. Оксана. Вот девушка. Девушка тоже отдыхает в Ялте. Оксана зовут. Да. Границы, на границе есть проблема определенная все равно, да? Ну так это. Проблемы долго, да. То есть там как настроение, знаете, если люди работают, допустим, то тут хотелось бы уже, чтобы настроение было работать. И быстрее это все. Ну конечно, это муторно, конечно, стоять там в очереди там несколько часов подряд. Но вообще отношение к Ялте классное, да? Мне вообще к Крыму я. А где были? В Севастополе были тоже, да? Симферополь, Алушта, ну, в Артени, где еще была. Ну, все. Ну, если я отдыхала вот в зоне, да, это была всегда Алушта. Мы так выезжали на. Так, у него есть молоко? Да? Ну вот ромашечки две штучки у меня осталось. Это все с лошадьми. Если хотите, я вам просто отложу то, что ромашечки. Потому что у меня вот тут сирень отложили, еще несколько таких видов. Я сейчас тоже возьму. Там. Есть от маме, папе, бабушки. Вот. Ну давай. А где маме, папе, бабушки? Вот их много. Разные какие-то. Сейчас в Бурзу. Вот. Посетили недавно только что Партенит. В общем, такой интересный тоже санаторий Вайзовского. Там много всяких скульптур было. Там очень много относится к древнегреческой мифологии. Такие скульптуры там достаточно интересно. Так. Ну и, естественно, пляж понравился.